Эта хоккейная площадка на улице Зубковой рядом с домом номер 30 заливается каждый год. Сюда приходит немало народа. Любителей хоккея здесь можно увидеть и утром, и вечером. В основном я вот утром прихожу и так вот с клюшечкой погонять здесь вот. Вспомните молодость. А так вот вечером. Вечером ребят катаются здесь, смотрю. Олег приходит потренироваться сюда по утрам. Он рассказал, что не занимался хоккеем больше 30 лет. Надеть коньки, как в детстве, он решил несколько лет назад. Сначала взял их на прокат. Попробовал прокатиться. Понравилось. Решил купить себе две пары коньков. Одни для катков в различных центрах. Другие для таких хоккейных площадок, как на улице Зубковой. Ну, мечты какие. Чтобы все занимались, была возможность. Вот его заливают каток, вот какой год уже здесь. Ну, надо как к этому относиться посерьезнее. Вот сейчас его вроде залили, но вот сейчас вот прокатился, везде какие-то эти ямки такие вот. Задеваешь коньками. В зимний период в областном центре будет открыто более 40 катков и ледовых площадок. Большая часть из них находится в городе в процессе подготовки к эксплуатации. Также в Рязани будут функционировать 4 бесплатных городских катка, которые в прошлом году пользовались большой популярностью у жителей всех возрастов. Уже установлена коробка на площади Победы и ведется монтаж ледовой площадки в лесопарке. Еще 2 катка планируется установить на Лыбецком бульваре и в поселке Никуличи. Олеся Котровская, Григ Глотов, телекомпания «Город».